сказано. За последние 2 года экономика Курганской области действительно совершила большой рывок в своем развитии. Мы все видим, сколько новых предприятий открывается, и каждое из новых предприятий требует квалифицированных рабочих. В связи с этим, по поручению губернатора Курганской области, начата перезагрузка системы среднего профессионального образования. Одним из этапов такой перезагрузки в этом году станет создание образовательных центров, то есть учреждений, которые под одной крышей, под одним наименованием соединит как среднее образование, школьное образование, так и профессиональное образование. Что это позволит? Это позволит в первую очередь школьникам, уже начиная с 8-9 класса, получать навыки первой рабочей профессии. Это позволит студентам первых курсов во многом продолжить обучение в удобных условиях по изучению общеобразовательных дисциплин. Кроме того, одна из задач – привлечь в эти образовательные центры крупных работодателей, которые будут непосредственно вести уже сразу профориентационную работу и с детьми, и со студентами. И это позволит уже детям понимать, что после окончания профессионально-образовательного учреждения, этого образовательного центра, они нужны будут конкретному предприятию, они будут уже проходить практику в 3-4 курсе на конкретном предприятии, по сути дела, на своем будущем рабочем месте. В 2022 году элементы этой системы уже были апробированы. У нас положительный опыт и с Курганским машиностроительным заводом, и с Курганприбором, с Курганстальмостом, и с рядом других предприятий. Поэтому, я думаю, такая идея – это очень хорошая идея. Мы постараемся ее внедрить оперативно. Одним из пилотных проектов, я думаю, станет это объединение в образовательный центр образовательных учреждений, школы и филиала техникума в городе Петухово. Там очень хорошие связи с крупными предприятиями, в том числе с энергетическими предприятиями. Мы думаем, что благодаря им мы сможем и перевооружить многие мастерские, поменять программы. Но еще раз повторюсь, самое главное, что мы сможем уже детей старших классов, 9, 10, 11, непосредственно знакомить с рабочими профессиями, знакомить и с уровнем зарплаты, с условием труда, а самое главное, с востребованностью и нужностью. Поэтому, я думаю, таких образовательных центров к концу этого года будет уже несколько. И я думаю, что очень скоро эти образовательные центры смогут дать экономике Курганской области очень хорошие подготовленные кадры. Кроме того, эти же образовательные центры смогут вести переподготовку уже, так скажем, взрослых людей, если у них появится желание повысить свою квалификацию, либо получить новую специальность, которая им позволит трудоустроиться на новом предприятии, на новом открытом производстве и получать достойную заработную плату.